Я думаю, что вряд ли. Но в воскресенье близкое к 1 апреля. Да. Как стать членом? Пока просто прийти на встречу, послушать, нужно ли оно вам, и если да, то... Ну и написать имейл свой на мой имейл, наверное, для того, чтобы я... Ну, вначале прийти, а там уже, да, решить на месте, интересно ли вам. Если да, то я вас подключу в систему, и вы решите, готовы ли там платить взнос. Мы не можем никого обязать платить взнос. 100 гривен в месяц пока. Вот. Он у нас, ну, условный. Мы просто будем формировать бюджет, из которого уже будем пытаться потом эти деньги тратить. Я понимаю, что сейчас денег нет абсолютно ни у кого, ни на гильдии, ни на образование, ни на что практически. Поэтому сделали достаточно условную цену, чтобы формировать хоть какой-то бюджет, оплачивать онлайновые системы проектного менеджмента. Ну и собирать по чуть-чуть на специалистов. Но опять же, я говорю, что нету обязаловки, мы просто будем разделять. То есть, если есть, будут определенные привилегии для платных участников. Да, то есть, они будут узнавать про платные проекты, будет закрытая часть на форуме. Для них будет скидки или бесплатное участие на мастер-классах, для бесплатных этого не будет. Ну, и на этом все. Если вопросов больше нет, спасибо за внимание.